Встречу с ветеранами, которую назвали «Растим патриотов России», провели в преддверии Дня защитника Отечества и еще одной важнейшей даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной. Но не только подвигами солдата в этой войне славится наша страна. В 20 веке Россию потрясли три крупных военных конфликта. Ветеранов каждой – Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн – пригласили на встречу с воспитанниками патриотического клуба «Гренадер». Каждому из них было что рассказать о войне и, главное, о сохранении мира. Именно на судьбах таких людей, отметили организаторы, нужно воспитывать молодое поколение. Для чего это мероприятие проводится? Чтобы не прервалась связь поколений. Главная задача этого мероприятия состоит в том, чтобы наши ветераны, люди, понюхавшие порох, передали свой боевой дух молодому поколению защитников Отечества, нашим воспитанникам клуба. Россия – это, по-моему, одна из немногих стран, где вот такие вот встречи ветеранов проводятся. На встречу с ветеранами сегодня пришли несколько десятков человек. Вообще же в военно-патриотическом клубе «Гренадер» сегодня воспитывается более 100 юных сученцев. И подобные встречи проходят не только в преддверии важных праздников, а регулярно.